утра продолжаю заниматься своим веткоизмельчителем. Ну что, от старой тележки взял, поставил такие колеса. Ну, как-никак, но они работают. Но, конечно, впоследствии я поеду куплю новые. Абсолютно, потому что это не то, что мне хотелось. Взял от садовой тележки ручку, с подставкой приварил. Ну, в принципе, получается транспортировать очень даже удобно. Следующая проблема. Здесь же шпон-пас под... ремни под профиль Б. И маховик вот этот тоже под профиль Б. Естественно, я купил вот такой вал на 25-й двигатель. До 25-й вал двигателя 15 лошадиного. Значит, я купил вот такой вот шкивочек. А внутренний размер на 25 не было. Ну, вообще их нету. Я даже в интернете не нашел. И я купил, не знаю, самый максимальный. То ли здесь было 18, то ли 20. И отвозил токарю, который мне это все растачивал и резал шпон-пас. И шпонку же я ему отдавал. В итоге шпонку потеряли. Мне пришлось вчера пойти покупать шпонку. Вот сюда я купил шпонку на вал. Да, короче, на этом, на шпон-пазе он прорезал совершенно не в размер. Теперь позвонила, что только во вторник он появится на работе, чтобы прорезать правильно. Так что сейчас у меня будет пробный запуск двигателя на обкатку. Пусть немножечко поработает, ну, потому что надо его обкатать. Он новый абсолютно. Ну, вот как бы так. Натяжитель ремня работает даже лучше, чем я думал. Здесь вот почему-то у меня было такое жуткое подозрение, что первые два вала одинаковые, а третий как бы не такой. Но оказалось, что все они вместе, все три одинаковые под Б. Ну, на данный момент я сделал так, что на внутренних ручейках как бы нагрузка на подшипник будет меньше. Ну, теперь осталось короба делать, который будет на подачу. Отсюда будет подача осуществляться, отсюда будет выгрузка. Вот, и надо будет кожух на вот этот маховик. И, наверное, у меня есть диски тормозные от Мерседеса Вита, по-моему, ну, большие. В общем, сюда надо будет найти на ВОМ насадку, муфту, и приделать сюда, типа, или ступицы, что-то, ну, короче, поставить еще один маховик с этой стороны, потому что чем больше маховик работает, тем лучше рубятся доски. Вот я смотрел чисто по обзорам людей. Ну, в общем, вот так вот. Газульку разместил здесь. Еще, наверное, хочу, пока не занимался, вот она кнопочка еще вот этого аварийного стопа. Наверное, ее тоже где-нибудь здесь приделаю на ручку. Пусть будет. Хотел сначала рукоятку сделать складывающейся, но не знаю, не хочу. Времени нету, надо уже срочно деревья дорубать. Сегодня пошел снег, 3 ноября. Уже был первый снег. И сегодня ночью мороз передают, минус 3. Надеюсь, конечно, что это не зима. Заморозки — это хорошо. После заморозков именно самое хорошо обрабатывать землю. Все вредители, которые есть, они залазят, закапываются, и когда ты проходишь плугом, переворачиваешь эти пласты, ты их вымораживаешь. Ну, вот так вот. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, кто что думает по этому веткоизмельчителю.